На засвеченных пленках одежка не только зимняя. Свет моросит и пыль не темно-темно-синяя. Комкал снимки, хриплый дрожал тембр. Смирительно, стремительно лбом бежал в стену. Вот и в постельном режиме тут, куда метут баламутов. Брутально в пузов пинками бьют, где как верблюды плюют, но не слюной, знаешь. В приюте, где присутствовал любой из наших, мой собеседник стар, с годами бледный стал. Диктовал мне про места тексты, я писал текста, перебивали так не кстати. Люди в теплых шапках, хавал как дитё сказку, взахлёб и жадно. Погоди, я пишу, вот пока на канакать, я ставь хлебной мякоти. Покажи, какими были ягоды, какой мир был формой, пока был в норме. Отвечай, что еще за май, что за вторники, четверги. Время тянется, как те венгерки, жгуты и черви, что вяжут руки собеседнику, шуты и черчи. Больно колят антибиотиками, ротики зашиты, челюсти зажаты болтиками. Почему все куда-то пропало? Расскажи мне, старик, почему же судьба нас так потрепала? Расскажи мне, старик, почему же судьба нас так потрепала? Мой собеседник, последний из тех, кто видел эту жизнь не только через окно. Рассказывал, что были за пределами красивые места, неограниченные стенами. Полей, это мое фото. На заднем плане солнце, давно его не видел тут. Только тучи и свинца сквозь них, оно никогда не прорвется. А выпить есть у вас? Меняется день на ночь и так по кругу, но не понять, который час темень вокруг тут. А он все говорил, рассказывал, как было до того момента, когда земля остыла. Почему все куда-то пропало? Расскажи мне, старик, почему же судьба нас так потрепала? Почему все куда-то да пропало? Расскажи мне, старик, почему же судьба нас так потрепала? Почему же судьба? Почему же судьба? Почему же судьба? Почему же судьба нас так потрепала? Почему все куда-то да пропало? Расскажи мне, старик, почему?